Всем привет! Это моя орхидея фаленопсис. Купила я ее прошлым летом, в 2015 году, в Икее. Мне ее просто так жалко стало. А знаете почему? Вот этих двух листиков, ну просто было два листика у нее. И цветонос был отцвевший. Кажется, она цветет розовым. Но для меня было не важно, мне просто так ее стало жалко. Вот я ее принесла домой, она у меня нарастила один листик, вот этот, потом вот этот не сразу. Начали корешки у нее расти на шейке, но у нее был один цветонос, и я, конечно, тогда, ну, только начинала заниматься орхидеями, и как бы ничего не знала, да, намазала ее гормональной пастой. Ну, почку намазала. Две почки. На одном цветоносе я намазала две почки гормональной пастой. И я не думала, что будут детки. Я думала, что, ну, хотела увидеть, каким цветом она цветет. На ней рос вот этот вот листик, когда я намазала. И он был маленький-маленький. И он, естественно, замер. Замерли корешки. Ни в коем случае нельзя мазать. Но я больше не мажу, как бы. У меня около 100 орхидей, и, ну, я не издеваюсь больше так над цветами. Ну, вот что я хочу показать. Это я случайно повредила листочки. Как бы корневая у нее хорошая. Я вам сейчас покажу. У нее все нормально сейчас. Крепкая. Вот, видите? Так, сейчас. Я вам сейчас покажу ее деток. Вот эту я первую отделила. Да, как бы посадила. У нее были, ну, где-то вот такие, наверное, корешочки небольшие, но, ну, прям хочется все быстрее, быстрее, быстрее. Это неправильно, это глупо, но, как говорится, мы учимся на своих ошибках. Я, по крайней мере, учусь только на своих ошибках. Значит, вот, я ее посадила, да, она как бы хорошенькая, все. А вот это вот, она получается, вот это вот была на цветоносе последняя, а вот это первая, ближе к орхидее, к мамочке, да? Вот, и у нее вообще не было корешков. Это я ее сначала проливала фиталовином, потом немножечко профундазолила. Так вот, она у меня сидела на цветоносе, я ее не срезала, так как не было корешков. Потом я уехала в отпуск на месяц, приехала, осмотрю, цветонос засох. У меня есть фотографии, но вставлять, как вы знаете, не умею. Цветонос засох, детка пока была с тургором, но как-то ей не очень было. Естественно, я на сайте ВКонтакте Орхидеи написала: помогите, помогите, пожалуйста. И девчонки, мальчишки мне ответили, что нужно срезать, потому что цветонос сухой, он ее не питает. Я срезала. И как бы без всяких там думок, выживет, не выживет, как бы. У меня как бы есть мамочка, есть полноценная детка. И как бы я не сильно... Ну, мне ее было жалко, но как бы я не сильно переживала. Вот я и поставила вот такой парничок. Покупала я его в Икее за 40 рублей или 30 рублей. Этой весной для рассады. Уже не помню, сколько стоит. Как бы, да, крышечка. Крышечка, одну минуточку. Вот. Ой. Ну, вот здесь водичка налита.
в этих формочках дырочки, как бы, и водичка проливается. Так, ой, ну вот, ну ладно, потом вытру. Значит, я поставила ее, минутку, в такой вот стаканчик. Там немного мха, пенопласт, я пенопласт добавляю во все свои орхидеи. Кладу под попу, кладу на дно горшочка. Ну, это мой выбор. Каждый сажает свои цветочки, как ему удобнее, как он чувствует. Я, допустим, чувствую свои цветочки. И им, моим цветочкам это нравится. Так вот, в такую штучку, тут как бы два горшочка, ну, неважно. Вот я поставила до конца именно вот эту вот детку без корней. Она меньше даже была. Так вот, это у меня, это я с другом Иваном купила на садовод, ездила на садовод за орхидеями и пожалела за 100 рублей, купила мини, а она была гнилая. Она у меня вот отвалилась, и как бы я ее профиталовинила, поставила. Немножечко помазала фундазолом. Ну, ой, вы меня простите. Не знаю, выживет, не выживет. Ну, дай бог выживет как бы. Вот так вот я вот эту вот детку поставила. Только не вверх, потому что она просто профундазолена, да, и как бы я ставлю так. Я ее вот так вот поставила. Вот, и закрыла. И... опять уехала в отпуск на месяц. Муж у меня как бы, ну, говорит, что не любит цветочки, но поливает их там, если что-то. Вон ванну поливал, и вон сколько много корешков вылезло. Он их, ее не поливал, он два раза утром вставал и опрыскивал. Так вот, я приехала через месяц. Тепличку никто не открывал, естественно. Я приехала через месяц. Открыла тепличку, смотрю, там два хороших корешка. Зелененькие кончики. Значит, они растут. Ну, я по глупости как бы побыстрее достала и вот ее посадила, да. Но без мха, просто посадила, корой немножко присыпала. Естественно, она начала терять тургор. И я ее достала, опять посадила в парничок. Ну, короче, делать нечего, туда-сюда таскаю. Так вот, она в парничке не стала восстанавливаться. Корешки закуклились. И я ее достала. Я ее достала, обратно положила на кору. И... у меня мох не очень, конечно. И покрыла ее мхом. Прям даже шейку покрыла, да? Не боясь, сгниет, не сгниет. И буквально, наверное, за дня 3-4 у нее восстановился тургор. Она сейчас... вы меня простите, пожалуйста, что я дергаю. Она у меня сейчас как бы плотная. Да? Как бы ковырять ей не буду. Если она плотная, значит, корешки восстанавливаются. Значит, есть чем пить. Вот такая история у меня о моих вот этих орхидейках. Теперь уже трех. Я гормональную пасту не рекламирую. Если вы любите свои цветочки и вы ими дорожите, то лучше не мазать. Если вы хотите их разводить и продавать для бизнеса, то да, другое дело. Как бы. Но не факт, что материнское растение выживет. Поэтому каждый выбирает для себя что-то свое, то, что ему нравится. Все, спасибо за внимание, удачи, до свидания.